Здравствуйте, уважаемые слушатели, и мы продолжаем с вами тему «Фондовая биржа». В рамках этой лекции мы поговорим с вами о том, чем торгуют на бирже, кто торгует и каким образом. Итак, чем торгуют? Я уже не раз говорила, что на бирже попадают не любые ценные бумаги, а только допущенные к торгам. Процедуру допуска принято называть листинг. Изначально фондовые биржи были очень строги к своим эмитентам и допускали на бирже только высоконадежные ценные бумаги. Но понимая, что они теряют большое количество других сделок, да, то есть не получают комиссию от сделок с другими ценными бумагами, которых может быть достаточно много, биржи становились лояльнее и выделяли несколько уровней. То есть, не меняя своих принципов, биржи в то же время становятся менее требовательными в зависимости от уровня листинга. Что за требования предъявляются к эмитентам? Общие для всех уровней, первый, второй, третий, это соблюдение законодательства о ценных бумагах. В этом отношении, что называется, послаблений нет ни для кого. А вот для более специфическими являются требования по уровням. Да? Так, например, для первого уровня необходимо, чтобы капитализация компании была не менее 60 миллиардов рублей. Что такое капитализация? Это показатель, который рассчитывается как количество акций, выпущенных в обращении, умножить на их рыночную стоимость. По сути дела, это стоимость бизнеса. Так вот, если стоимость вашего бизнеса меньше 60 миллиардов рублей, да, то на первый уровень вы претендовать уже не можете. Кроме того, необходимо, чтобы компания существовала не менее 3 лет и на протяжении этих 3 лет соблюдала законодательство, публиковала свою отчетность. Большое внимание уделяется требованиям к корпоративному управлению, то есть соблюдение корпоративного кодекса, уважительное отношение к акционерам, соблюдение их прав и интересов. В настоящее время на Московской бирже представлено более 300 ценных бумаг в совокупности 119 эмитентов. Причем к первому уровню, обратите внимание, относятся только 42 эмитента, которые выпустили 47 ценных бумаг. 6 из них привилегированные, 41 – это обыкновенные. Кроме того, сюда добавляются облигации, и, как видите, в первом уровне представлено 55 эмитентов. Самая многочисленная группа – это, конечно, третий уровень. Компании, надежность и масштаб деятельности которых существенно меньше. Участники рынка. Я уже говорила о том, что биржа представляет собой закрытый клуб. Но на сегодня это уже не рекомендательные письма, а четкие установленные законом правила. То есть юридическое лицо, которое имеет лицензию на осуществление профессиональной деятельности, а деятельность должна быть прибыльной, это должно подтверждаться отчетностью. Компания должна обладать определенным размером собственных средств, требования к собственным средствам достаточно высокие. То есть биржа должна быть уверена, что компания, которая работает на бирже, давно работает, это надежная компания, это профессиональные участники рынка, которые знают свое дело. Торги на бирже осуществляются с помощью аукционов. Как проходят аукционы? На самом деле каждый участник в любой момент времени может подать заявки. В любой момент времени относительно, да, в рамках торговой сессии. Каждая заявка содержит информацию о том, какие ценные бумаги участник хотел бы купить, по какой цене, на каких условиях. Эти заявки попадают в общую базу, сталкиваются с встречными заявками, и таким образом заключается сделка. То есть, по сути дела, когда вы подаете заявку, вы не знаете, кто будет вашим контрагентом. Да вы его и не узнаете, это и не важно. Важно, что сделка состоится по определенной цене. По какой? Это зависит от типа заявок. Они могут быть лимитные, рыночные или айсберг. Лимитные, когда вы указываете определенное количество и жесткую цену. Рыночные заявки, здесь лимитируется только количество ценных бумаг, и такая заявка исполняется по наиболее привлекательной цене. Айсберг заявки сложносоставные.
Вы указываете ограничения по количеству, ограничения по цене, то есть не меньше, не больше, и так далее. Кроме того, вы можете ограничить тип исполнения заявок. Например, полностью или отклонить. То есть такая заявка должна быть выполнена целиком на все количество ценных бумаг или не выполняться вообще. Или вариант снять остаток. То есть заявка выполняется там на первые 100 акций, остальные 250, если вы заявляли 350, не будут исполняться. Ну или другой вариант — поставить в очередь. То есть сделка выполняется до тех пор, пока не будет удовлетворена заявка полностью. После того, как все участники подают заявки, начинается обычный торг, да, который происходит, как я и сказала, путем сопоставления встречных заявок. Но процесс поиска встречных заявок непосредственно зависит от вида аукциона. Стандартно это двойной непрерывный встречный аукцион. Именно на основе такого аукциона заключаются сделки в рамках торговой сессии. То есть все подают заявки, и при полном совпадении условий сделка заключается. Однако существуют исключения, и в некоторые моменты времени биржа объявляет односторонние аукционы. Что значит односторонние? То есть заявки подают только покупатели. На основе этих заявок формируется первоначальная цена, цена открытия. Как правило, односторонний аукцион длится не больше 10 минут перед открытием торговой сессии. На основе одностороннего аукциона определяются цены открытия на ценные бумаги. Иногда односторонние аукционы организуются Центробанком. Они бывают депозитные или кредитные, когда Центробанк пытается выявить наиболее привлекательные условия для размещения своих депозитов или кредитов. В целом, если говорить об аукционах, да, то в любом случае предполагается, что это конкурентные условия. Дискретный аукцион предполагает, что все участники подают лимитные заявки с указанием цены. И в течение 15 минут на основе этих заявок определяется цена. Заявки, в которых цена оказалась выше или равна цене исполнения, могут отсекаться. Таким образом, на основе дискретного аукциона вы хотите, с одной стороны, купить подешевле, с другой стороны, есть риск того, что ваша заявка просто не будет удовлетворена. Это и позволяет определить цену открытия или закрытия. Вообще, торговый процесс может предусматривать несколько типов аукционов, то есть непрерывный или дискретный. Предполагает как минимум 4 торговых периода. Это предторговый и послеторговый, и аукцион закрытия. Вот они организуются в рамках дискретного аукциона. Самый длительный — это торговый период, он функционирует путем непрерывного двухстороннего аукциона. Результаты торгов зависят от типа аукциона, от периода торгов и от вида заявок, которые вы подаете. Кроме того, для разных рынков, для разных условий вводятся специфические режимы торгов. Режим основных торгов называется Т+. Да? Это режим для обычных торговли акциями, облигациями, когда сделки заключаются путем подачи различных заявок в рамках непрерывного двухстороннего аукциона в стандартный торговый период. Т+ – это определение, в течение какого времени сделка будет исполнена. Как правило, Московская биржа работает в режиме Т+1. То есть сегодня сделку вы заключаете, завтра она будет исполнена. Но существуют некоторые исключения. Иногда биржа объявляет режим адресных сделок, когда сделка заключается между конкретными контрагентами. В своей заявке вы указываете, что сделку вы будете заключать только с этим контрагентом. Адресные сделки работают только, скажем так, для специфической торговли между Центробанком и коммерческими банками.
В условиях, когда размещаются государственные ценные бумаги, когда осуществляется торговля депозитными и кредитными активами Центробанка. Есть, как видите, такое понятие, как неполные лоты. То есть это специфический режим, где можно купить, скажем так, не оптовыми партиями, да, а именно меньшим количеством ценных бумаг. Но он тоже запускается только в исключительных случаях. Иногда это может быть связано с размещением ценных бумаг. Например, когда биржа осуществляет размещение государственных ценных бумаг, что бывает редко, или когда размещаются биржевые облигации, специфический вид облигаций. А вот, собственно говоря, все, что я хотела вам рассказать по процессу торговли на фондовой бирже. Хочется подчеркнуть, что это только основные моменты, да. Если вы заинтересовались и хотите изучить вопрос глубже, рекомендую обратиться к следующей литературе. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч.